Приуральске стартовала кампания по приему заявлений на детский отдых. Запись в оздоровительные лагеря продлится в течение почти 2 недель. Подать заявление родители смогут как лично, так и дистанционно. Возможно, через госуслуги подать заявление, также обратиться в МФЦ. Подача заявлений идет через программу, то есть программа сама уже выстраивает очередь. Те родители, у которых есть льготы на внеочередное, первоочередное получение путевки, они получат, соответственно, в первых рядах. В числе льготников, дети полицейских и участников специальной военной операции на организацию детского отдыха в этом году предусмотрено более 100 миллионов рублей. С информацией о способах подачи заявления можно ознакомиться на сайте Управления образования Первоуральска. По словам специалистов, для детей будут организованы развивающие спортивные и патриотические программы. Более 150 юных первоуральцев в этом году отправятся на побережье Черного моря, куда их доставит поезд здоровья. Прием заявлений на летний отдых завершится в 23 часа 18 апреля.